Всем привет! Мы продолжаем ознакомливаться с интересным проектом, который называется Stopbox. Stopbox – это интересные возможности, которые предоставляют в сфере криптоиндустрии. Давайте ознакомимся, как можно применять Stopbox в реальной практике. Это инвестиционные фонды. Инвестиционные фонды уже используют токены безопасности для привлечения капитала. Можно узнать больше о лучших практиках и успешных кейсах. Игры. Игровой рынок продолжает оставаться быстрорастущим рынком. Токенизация – отличный инструмент для привлечения игроков в сферу криптоигровой индустрии. Недвижимость. Инвесторы со всего мира могут выйти на рынок недвижимости через полностью соответствующее токенизированное владение. Различные стартапы, растущим компаниям обычно трудно привлекать средства через традиционные учреждения, такие как банки и венчурные капиталисты. Природные ресурсы. Токенизация природных ресурсов, таких как золото, медь и даже уран, обеспечивает легкий доступ к альтернативным инвестициям. Искусство и коллекционирование. Токенизация и долевое владение предметами коллекционирования открывают путь к новым инвестиционным возможностям, не отказываясь от финансирования от различных инвесторов. И данные различные сферы будут только расширяться. Партнеры у Stopbox очень много и очень влиятельные компании. С каждой компанией можно ознакомиться в интернете. Консалтинговые услуги расписано еще больше. Это мы видим токенизация, консультации и юридический менеджмент. Также панель управления Stopbox у нас указана в прямом эфире. Также криптобиржа, которая скоро будет открыта. Также изучение NFT проект взял на свою основу. Скоро будет также. Можно также загрузить книгу White Paper и изучать технические моменты проекта. Stopbox Media расписана на различных влиятельных инновационных сайтах новостных, которые расписывают все функции. Это нам помогает, это нам дает уверенность, что о данном проекте узнают все больше и больше людей из различных категорий. Можно создавать хороший контент и вносить пользу в данный проект. Можно присоединяться к социальным активностям и наблюдать за последними новостями. Все ссылки для этих новостных ресурсов будут в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!